приветствую всех. Меня зовут Маркелов Борис. Привет, друзья. Меня зовут Маркелова Ирина. Сегодня мне вот попалась такая рассылка, чуть позже вы ее увидите. Человек, рассылая эту рассылку, говорил, что мы ушли с проекта «Всем миром». Кстати, давайте представимся. Мы с Ириной являемся активными участниками проекта «Всем миром». Я с 2013 года приняла участие и до сих пор принимаю в нем участие. Я с 2012 года, то есть Ирина 4 года, я 5 лет получается. И дело в том, как бы вы ни троллили, как бы вы ни хотели, чтобы мы с проекта ушли, для чего вы это делаете? Смотрите, ситуация какая. Мы построили свои структуры, которые нам на пассивном доходе приносят прибыль. Если вы пришли в проект и проработали там 2 дня или месяц, ну и, допустим, полгода, и вы ничего не заработали, вы лентяй. Значит, вы ничего не делали. Вы ничего не делали. Если вы думаете, что спам будет вам приносить денег, вы ошибаетесь. Может быть, вы хотите себя пропиарить за счет нас, у вас это не получится. Я написала жалобу в проект «Всем миром», и этот кабинет этого участника, который лил грязь на проект «Всем миром», заблокировали, потому что надо читать правила перед тем, как вы собираетесь вступить в проект. И помимо того, что, смотрите, если человек успешен в одном проекте, он будет успешен и в другом проекте. Дело в том, что человек пиарил другой проект, я зашел туда, написал в администрацию, и его кабинет даже там заблокировали. Так что этот нищеброд больше в этой жизни ничего не получит. И смотрите, еще одна там фишка такая, что кабинет у него заблокирован во всем мире, и кабинет у него будет заблокирован еще и в серфермере дополнительно. Поэтому не надо пиарить себя за счет нас, поливая нас грязью и поливая проект «Всем миром» грязью. Мы никого не собираемся перетаскивать из своей структуры. То есть это личное дело каждого. Я могу вести 5 проектов. Успешно могу вести. У меня есть такая возможность. 20 проектов. И это не дает вам права лить на нас грязь и пиариться за наш счет. Мы уже получаем давным-давно на пассиве, мы хотим больше, поэтому мы взяли еще один проект. А из проекта «Всем миром» я не ушла, я помогаю своей команде, как переводы как шли, так и продолжают идти. Вот, пожалуйста, свежие переводы вы можете увидеть своими глазами. Вот такое письмо мы получили. Этот умник пишет: вы прошли регистрацию в проекте «Всем миром» и, наверное, поняли, что в проекте заработать деньги нереально. Нет, идея проекта весьма интересная, и в нем зарабатывают многие, но проблема в том, что люди, пришедшие сюда год, 3-5 лет назад, весьма хорошо осваиваются в других проектах и перетаскивают в них построенные структуры и людей, подписавшихся ранее. Вы проверили? Откуда вы знаете? Это сугубо лично ваше мнение. Вот в старом проекте Ирина в топе 10, хотя я и сейчас в топе 10. В новом проекте вот так. И будучи в лидерах компании с большими зарплатами от проекта, успешно перешли в другой проект, потому что разобрались и поняли, денег без денег не бывает. Та компания, которая не делала товарооборот, не производит и не продает, не может иметь своих денег и живет на деньги меценатов и благотворителей. Я не хочу вас отговаривать, принуждать покинуть проект Whole World. Возможно, вы нашли себя в нем, но хотелось бы затронуть тему денег и саморазвития. Я разобрался в проекте, нашел единомышленников, которые пойдут за мной, а также работают и обучаются. Если сидеть в проекте больше полугода и бессмысленно заниматься рассылками в интернете и не получать сотку или более ее, я имею в виду 1000 рублей, это бессмысленная трата вашего времени. От себя хочу сказать, что спам не работает, поэтому как бы вы ни старались рассылать спам, он не будет работать. Есть совершенно другие методы приглашения. Почему я предлагаю именно другую компанию, там тра-ля-ля? Эти компании сжили себя давно, работают ради своего обогащения. Но об этом говорить отдельно. Конечно же, сюда он поставил свою ссылочку на другой проект. Какой умник. И так далее. Знакомьтесь с нашей компанией здесь. Поставил свои
контактные данные и поставил свою ссылочку. Да не тут-то было. Сейчас еще я напишу жалобу в другой проект, приложу этот отчет, этот файл, и человек будет наказан еще и там. Друзья, чтобы убедиться, бросила я проект или не бросила, достаточно просто. Откройте топ-10 лидеры текущего месяца. Вот сегодня у нас июнь. Я на первом месте. Если вы откроете остальные топы, лидеры предыдущих месяцев, я на втором месте. Откроете апрель, я на первом месте и так далее. То есть топ-10 вам показатель. Открываете и смотрите. Также в топе-10 еще 5 моих участников из моей команды, потому что я с ними работаю. Так что, дорогой товарищ, ты, скорее всего, увидишь это видео, либо тебе передадут. Все, кто за счет нас будут пиариться, будут получать. Будут удалены из проекта без возврата восстановления. И пока остальные будут на платформе Hallward получать доход, а потом уже пассивный доход, вы не сможете обратно вернуться. Поэтому прежде чем поливать грязью и прежде чем вступать в проект, читайте, пожалуйста, соглашение. Соглашение на всех проектах вы должны читать. На этом заканчиваем. Всем пока. Привет.